Как написать письмо врачу? Благодаря развитию современных технологий любой человек имеет возможность получить врачебную консультацию ведущих отечественных и даже зарубежных специалистов. Конечно, поставить правильный диагноз и назначить лечение врач может только после осмотра пациента. Но не всегда рядом бывает доктор, который специализируется на лечении именно вашего заболевания. Тогда возможно задать возникшие вопросы при помощи переписки. Такая консультация будет полезна, только если вы правильно изложите суть своей проблемы. Видео по теме. Обратите внимание, даже самый компетентный врач может поставить точный диагноз только после осмотра пациента. Полезный совет. Не опускайте те факты, которые кажутся вам несущественными, не относящимися к вашему заболеванию. Так, например, воспаление глаз может быть признаком половой инфекции, а жажда проявлением сахарного диабета.